Этот участок дороги – первая очередь магистрали к Кишскому архипелагу. Сама идея построить дорогу в Киже не нова. Строительство начали в 2012 году, но из-за прекращения финансирования стройка остановилась на этапе земляной насыпи. Работы возобновили прошлой осенью. Здесь практически по цедине построено 6,5 километров автомобильной дороги. Конструкция дорожной одежды стандартная. Подстилающий слой 26 сантиметров с щебеночного слоя и два слоя асфальта 8,5 сантиметров. На всех стадиях производился строительный контроль как специально привлеченными экспертами, так и экспертами управления автомобильных дорог. Все материалы прошли испытания, все работы выполнены в строгом соответствии с ГОСТом. Работы на объекте велись в две смены, круглосуточно. Всего в них участвовало 96 человек. Несмотря на большой опыт в этом деле, работы дались компании ПСК «Строитель» нелегко. Производство работ усложняли грунты, через которые проходит данная дорога, достаточно текучие. Вот как раз находимся на этом месте. Вот именно вот на этом треугольнике произошла та история, когда утонул экскаватор. Три дня вытаскивали экскаватор. Вот. Также мы стоим сейчас перед мостовым переходом. Здесь укреплялись подходы. Било свайное поле, порядка 260 свай забивалось. Законченный участок – лишь начало большого строительства. На очереди работы над 32-километровым участком до Аятевщины. Сейчас строители взрывают там скальную породу. Дорожники предполагают закончить строительство трассы в течение 3 лет. Планируется, что в 2021 году от Медвежьегорска до острова Кижа откроется новый туристический маршрут. Алексей Неживенок, Сергей Беляев, служба новостей.